Цикл Кондратьева – это одна из таких странных экономических концепций, которые можно привязать вообще к чему угодно. На манер карт Таро, волн Эллиота, уровни Фибоначчи, астрологии. Вот волны Кондратьева, их можно найти в любое время, в любом месте, если поискать. Строгих правил их обнаружения не существует. Соответственно, любой аналитик может назначить началом цикла любую дату. Вот недавно, какой-то там назначали, 30 июня 2023 года новая волна пошла. Кондратьев был многообещающий экономист, к сожалению, был расстрелян сталинской вот этой вот репрессивной машиной и не имел возможности описать свою концепцию сколь-нибудь подробно, хотя у него были последователи, кстати, даже иностранцы. Но основная идея была в том, что экономический и производственный рост происходит в мире циклами по 40-60 лет из-за смены технологического уклада, то есть сильный рост из-за новых технологий, далее стагнация. И так вот каждые 50 лет. В какой-то момент у него такая была идея, что цены на промышленные товары перетекают в цены акций, хотя это само по себе довольно спорное утверждение. Сейчас уже совершенно очевидно, что прогресс, он имеет не волновые свойства, а скорее спиральные, да, то есть он все время закручивается быстрее и быстрее. Новые технологии его ускоряют, и каждый следующий цикл, если он существует, цикл, конечно, в кавычках, короче предыдущего, а идея 50-летнего плюс-минус 10 лет к тому же, да, 40-60 разница довольно большая, полтора раза. Идея вот этого 50-летнего цикла, мне кажется, устарела. И беда в том, что эта теория кондратьевских волн, она абсолютно не фальсифицируема. То есть концепция вся ненаучная, нельзя опровергнуть никак. И нельзя применить, кстати говоря, на практике. Но можно всегда натянуть сову на глобус задним числом. То есть, если немного потренироваться, вы научитесь находить волны Кондратьева где угодно и когда угодно. Но я вас прошу, не связывайтесь с овном.